Всем привет, дорогие друзья! С вами Детейщо, и мы играем в Sun's Tale. Да, это очередная битва онлайн, это не Scratch, ребята. Это не Scratch, как всегда, потому что в Scratch меня почему-то забанили по непонятным причинам. Я уже до этого играл. И тут очень сложные атаки. Кстати, сейчас показано не все поле. Вот тут еще куча черноты. Сразу вставай. Мы пойдем к Грилби, как я обещал. Кликаем. Воу. Это очень сложно, ребята. Ребята, и да, оно же в другую сторону еще крутится. В общем говоря, у меня было несколько идей там поснимать мои инновации в клеилке, там еще что-то там. Но вчера мне прокомментировали под моим видео прошлым. Представляете, мое видео увидели в тот же день, когда оно вышло. Не через месяц, как всегда. Плюс еще он прокомментировал. Это же пипец, как круто. Такие дни скелеты, как ты. Ё-моё, вот это я тупанул. Ладно. Представляете, если бы Санс таким был? Если честно, то я знаю, что Сансу еще сложнее, чем здесь показано. Намного. Боже мой, чё я так туплю? Ладно. Обычно, честно, обычно я нормально это все прохожу. Правда, я немного совсем не играл. Вообще, эту игру я узнал про эту игру, опять же, в Ютубе. Потом оказалось, что это игра онлайновая, потому что то ли ссылка в описании была, то ли что. А вот теперь она в обратную сторону. Так, тихо. Главное не ступить. Заканчивается атака. Фух. А вторую атаку я еще никогда не проходил. Воу, чё? Уже лучше. Рекорд у меня. Это мой рекорд, ребята. Игра, ребята, очень сложная. Да, это Sun's Tale, короче говоря. Ну, просто введите в поиск в браузере Sun's Tale. Только английским, или же, может, даже русским, я не понимаю. Я не знаю, не пробовал. В такие дни, такие скелеты, как ты, бла-бла-бла, я знаю, да. Второй диалог я тоже не видел. Ой, ё-моё. Честно говорю. Когда я пробовал, все было нормально. Да, и на этой атаке я раз пять сдох, пока не понял, что проходить. Ну ничего, сейчас натренируемся. И будем играть по-нормальному. И все будет круто. Я надеюсь, это видео тоже увидят. Ну хотя бы через неделю. А не как через месяц, как бы, как обычно. Через месяц. Вот, что я сказала. Хотела сказать, боже мой, что я. Я просто уже. Мне очень сложно говорить. Вот это вообще только что из-за лага умер. Ненавижу лаги. Как же я люблю эти лаги. Ненавижу, конечно же. Я ненавижу эти лаги. Особенно, когда у тебя одно хп. Там ты из-за лага потеряешь половину жизни, но ты еще сможешь выживать. Хоть тогда ты уже, возможно, на следующем ходу уже и умрешь. Так, значит, сейчас вниз идем. Шоулдеринг. Должны знать свое место. Твое место должны знать. Должны знать свое место. Ну, значит, сначала вверх, потом вниз, или же оно. Оно за тобой следует. Как вот, как в битве с Story Shift Charlie прям. Да. Я люблю битву с Story Shift Чарой. И вообще сам Story Shift.
И вообще я это все про это все узнаю из Ютуба, потому что и вообще, да. Про НРТ я тоже узнал из Ютуба. Я все смотрю из Ютуба. Ну, ну давай. Кстати, в смерти как бы музыка из песни «Три скачера», ё-моё, вот это вот я... Ну вот сейчас... Ладно, сейчас попробую как-то сделать. Так, сейчас некоторые махинации проведу. О, как же сейчас будет неудобно это все драться. Вы бы сейчас видели, как я сижу. Ладно. Боже мой, как же громко. Наушники звука я, наверное, выйму все-таки. Но я просто привык уже все время в наушниках. Боже мой, да. Как же я давно не слышал звук из колонки. Боже мой, как же неудобно в такой позе. Там, вставай. Мы поем гребы, как я обещал. Боже мой, как же громко, ребята. Давайте я все-таки прикручу. Сейчас она уже тормозит. Потихонечку, кажется, мне не тормозит. А вот сейчас тормозила сначала. Вот она один круг как бы немного останавливается, а потом начинает в другую сторону крутиться. Ох. Должны знать свое место. Плюс я знаю, что они еще там хилятся. То есть эта атака нужно где-то атак 20 прожить. Это нереально жестко. Пощадим данк. В этом тулюр зачем им анализин хак. От зум ингрос юатем. Ну, короче говоря, я знаю, что по идее таким образом можно его убить. Точнее их. Или же это в другой игре. Первая атака сложная, ребята. После первой атаки ты вообще просто, ну, можно так сказать, вообще тебе очень сложно. Нискараш, бла-бла-бла. Один майк, ой, не. Фар, манимам. Ну, по идее, можно вот так вот, точно, я вспомнил. Здесь, короче говоря, ну, нужно вот так вот делать все. Реально, вот представляете себя на месте солнца? Ой, ё-моё. Что-то нажал, ладно. Спам капс. Я люблю спамить капс. Нажимать на капс. Да. Как бы это странно не звучало, ладно. Человек. Да, человек. Человек, я великий папирус. Вот если бы был бы симулятор папируса. Живой, ребята. Фух. Сегодня, наверное, даже будет тупо 5 серий по этой игре. Потому что она все-таки... Меня видео увидели в первый день после выхода. Плюс... Фу, лайк поставили. Комментарии написали. До лайков я еще...
Не знаю, я сейчас тупо говорил, чтобы не играть. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока. Если понравилось видео, ставьте лайк.